Приветствую вас всех, мои дорогие друзья, на моем канале «Мгновение». Мгновение моей жизни. Сегодня 3 августа. Прекраснейший, теплый летний день. И мы гуляем по Сиэтлу. Мы находимся на Alaskan Way в Сиэтле, центр города Сиэтла. И сегодня мы решили посетить аквариум. И я вам хочу показать аквариум города Сиэтла. Итак, давайте вместе с вами пройдем и посмотрим на морских обитателей, которые живут в Америке, в окрестностях города Сиэтл. Итак, мы входим в Сиэтл аквариум. Вот здесь покупаются билеты. Стоимость билетов вот здесь на мониторах вы видите. Мы уже купили билет. Нам поставили вот такой вот значок и выдали вот такую вот карту аквариума. И мы проходим в аквариум. Давайте с вами вместе пройдемся и посмотрим на эти все рыбки, которые здесь находятся в этом аквариуме. Вот наши, здесь наш друг Юрий и моя жена Аллочка. И мы залез на дерево и сидим. Он просто отдыхает на водорослях, да? Вот вот такие я вот. Я даже подумал, что он как дохлый. Вот вот такие вот рыбы здесь плавает. Видите, все под стеклом и чисто. Там где-то одна треска. Идем посмотрим. Натуральная жизнь морских рыб в обычной среде. Вот с вами она сейчас поздоровается. Это форелька. И вот здесь, смотрите, селмон, форель, все рыбы, которые живут в наших водах. Ага. О, это какая-то очень интересная рыбка. Смотрите, какая. У нее что, глаза нет или что там? Да ты что, у нее глаза нет одного. Одноглазый Джо. Понятно. Ну какой большой монстр. Здесь водоросли растут, смотрите. Ага. Водоросли он вверх как растут. Да. Ну что, идем дальше? Да. Посмотрим эти достопримечательности. Обещаю, как-то вкусы показать. Можно отсюда посмотреть. Ага, я видел. Тоже такая же какая-то красная рыбка. Видите? Только уже с глазами. Да, красиво.
Проходим дальше. А здесь что-то бурлит. Что это здесь так бурлит? А что это здесь так бурлит? Водичка. Здесь типа волны, морской прибой. Ага. Там он на дне морские ежи. Рыбы плавают. А, типа береговая зона, прибой. Видите, как сделано? А, типа волны, прибой. Как идет берег. Вау. Красиво сделали. Сегодня суббота, и много людей пришло посетить аквариум. Очень много туристов сейчас в Сиэтле и приходят в сиэтловский аквариум посмотреть на рыбок. Здесь также магазинчики с разными сувенирами, где можно купить что-то. Нам не надо сувениров, да? Понятно. Здесь картинная галерея. Какие-то водоросли. Грибы морские. Морские грибы, да? Ага. Рыбки здесь тоже плавают разные. Вот это красиво. Да, смотри, сними на цветуне, видишь, желтые одновременно полоски и синие. Ага. На середине. Ага. Ну, здесь морские звезды. Можно руками даже потрогать. Люди некоторые, вон дети, руками трогают, дотрагиваются. Полный контакт с морскими животными или млекопитающие. Не знаю, как их правильно назвать, но... можно реально все это посмотреть, увидеть. Вот здесь морские звезды. Ага. Вон лезет что-то, смотри. Какой-то динозаврик. Огурец. Здесь рассказывают людям. Иголочки водили. Да. Вон они. Делали браслеты. Да. Пальцы засовываешь. Рыба игла. Там и есть. Бычки на дне. Они ползают, эти какие-то, как шелкопряды какие-то морские. Иголочки напомнили детство. Идемте дальше, пройдем. Людей сегодня много. Аллея медуз. Вау. А здесь аллея медуз. Джелло. Видите? Красиво. Здесь какие-то тоже аквариумки. Типа
уже рыбки. Звезды. И здесь тоже экскурсия. Рассказывает, показывает. Вот такое здесь существо живет. Консервы. Они их открывают как консервы. А это осьминог. Разъединяет донышко. Вот видите. А тут вот во всем, что сказано. Осьминожка живет здесь. Видите, как присосками присасывается. Тетка говорит, отрежь ему ноги, а голову выбросил, его ноги через неделю сами выросли. Так, идем по кругу, пройдемся. Здесь какие-то аквариумы тоже с разными. Это рыбка. Там плавает. Не знаю, что. Микроскоп. Здесь какие-то морские водоросли. Короче, в каждом из этих аквариумов что-то такое интересное подписано здесь. Здесь морские звездочки какие-то. Здесь тоже. А? В трубу залез, он сейчас хороший. В трубу залез? А, он путешествует здесь. Здоровая осьминожка. Такой большой осьминог здесь живет. А ну посмотри, людям привет передай. Так, мы идем дальше. Много людей сегодня, тяжело пройти. Трафик немножко. Дети тоже смотрят, знакомятся с морской природой. Что здесь? Ну, здесь уже больше тропические рыбки. Такие гавайские, да? Да. Все вот эти вот разноцветные тропические. Это все тропические. Да. Красивые. Вот голубая, вот эта плотика. Вот она стала. Ага. А у этой рвок прям на голове.
Да. Это чисто тропические рыбки. Да, да, я снимал. Смотри, смотрит прямо на нас. Змей. Стайка беленькая. Они где-то туда проплывают, видишь, там где-то есть проливчик для них. Да, я вижу. Полосатая пустыня. Ладненько, идем дальше. Здесь следующий аквариум. Здесь гавайские тоже рыбки. И вот, вот такие вот они. Ладненько, идем дальше. Здесь очередная галерея. И мы заходим на морской песок. Видите? Здесь тоже какие-то морские. Вау, какие красивые. Морской окунь какой-то. Какая полосатая, красивая. Вот такие рыбки живут. Вот какие здесь красавцы тоже. Здесь какие-то водоросли, все живое. Морской коник, видите? Здесь морской коник. Я хвостиком закрутился за водоросли. Балдеет. Здесь тоже какие-то рыбы, иголочки такие. Неон морские коники. Там видите, тоже внизу плавают. Ну, поздоровайся с нами. Такая красота. Thank you.
здесь морские раковины. Типа дно с морскими ракушками. А здесь какие-то медузы. Ладненько, идем дальше. Где наши? Ага, здесь тоже что-то. Видите, какая красота. Все живое полностью. Водоросли, растения и рыбки. Очередная витрина с морскими рыбками. Короче, здесь такие окна, как бы мини-аквариумы, и там эти морской юж и какие-то драконы плавают. Красота. Здесь очередные рыбки, похожие, как у меня в аквариуме. Но до чего морская природа красивая, тоже разнообразием красок. Это просто красотища. Все цвета. Здесь тоже такой аквариум. А, ну это тот же большой, просто здесь много окон этих, и рыбки эти все по кругу плавают. Идем дальше. Вот здесь какое-то растение растет, коралл какой-то или что это, не знаю. Вау, здесь тоже красотища. Да, красота. No, all fun together. А какие растения красивые, такие цвета просто вам не передать, а структура их на тоже
Вау, это какая-то раковина. Похоже, что живая тоже. Красотища. Морские путешественники. Наверх надо лифт. И здесь, короче, такие вот. Да. It'd be interesting whether he can see us or not. Какая красивая, да, жирная. Бочонок. Глазами лопает. Если ее тронуть, она как шар раздуется. Она как шарик становится, чтобы ее никто не проглотил. Но меня до чего удивляют вот эти вот все водоросли, до чего красивые такие краски разные, до того структура их нам построена. Для чего природа красивая, подводная. О. Так, дальше надо подниматься на лифте на второй этаж. И мы сейчас наше видео временно прерываем и сделаем вторую серию. Всем пока-пока. Смотрите вторую часть. Пока.